Если кто-то скажет, что в 21 веке библиотеки потеряли свою актуальность, то наш сюжет будет для него весьма серьезным контраргументом. Все же поклонники печатной литературы заглядывают в читальные залы, чтобы провести здесь свободное время или потрудиться с пользой. Например, в филиал номер 7 «Юность» по улице Московской. Сегодня здесь зарегистрировано более 8500 читателей, а ежегодно на руки выдается около 120 тысяч изданий и документов. Нередко, зная о том, что в библиотеке существует такая опция, как буккроссинг, читатели приносят в дар на специальную полку и свои домашние книги, понимая, что здесь они получат вторую жизнь. Ну вот можно принести, оставить здесь книгу, которую вы считаете, с которой можно поделиться. И другой человек придет и с удовольствием ее возьмет и почитает, откроет для себя что-то новое, вот, воспользуется такой вот скарбницей знаний духовной. Вот, то есть это очень чудесный вариант для всех нас. Вообще идея буккроссинга родилась еще в 2001 году. С той поры некоторые литературные издания поменяли не только прописку хозяина, но и гражданство. Случается, что книги перемещаются иногда даже в другую страну вместе с их новыми читателями. Если издание участвует в таком обмене официально, у него есть типовой вкладыш и номер, зарегистрированный на специальном сайте. По нему можно узнать всю историю путешествия, брошюры или романа. Если же нет, то обмен происходит сам собой. Кто-то принес литературу, а в обмен на свою выбрал с полки буккроссинга то, что интересно ему. Любой читатель может прийти в любое время, оставить книги, которые потеряли для него актуальность, и выбрать на полочке то, что ему интересно. Для буккроссинга мы принимаем любые книги, главное, чтобы они были в хорошем состоянии. Из домашних библиотек, как правило, приносят в большинстве своем художественную литературу. У нас много книг русской литературы, в том числе классиков известных, зарубежной, белорусская литература хорошо представлена. А вообще книга любого возраста и жанра – это всегда что-то для души, что-то актуальное и нужное. Нередко на полках буккроссинга можно увидеть сборники для подготовки к экзаменам разных лет, либо типовые программы, детскую литературу. Возможно, и в ваших шкафах и нишах есть книги, которые уже давно не актуальны, но могут быть полезными другим. И окажется, что ваш литературный подарок на полку буккроссинга кому-то важен и нужен. Ведь быть открытым к миру – так просто. Главное – этого захотеть.